Зовут тебя как? Не понимаю. Зовут как тебя? Зовут тебя как? Ань! Зовут-то тебя как? Как тебя зовут? Аня! Зовут как? Аня. Анушка. Балабина она. Балабина. Вот из-за таких, как ты, Балабина, у нас в Усть-Шахтинске бардак и стагнация. Стагнация. Она у тебя еще и ударница? Ты с кем, Петрович, муниципальный заказ собрался выполнять, а? С такими вот ударницами. Да она отдохнет мало, все равно больше все сделает. Нам бы аванс от мэрии. Геннадий Иванович, 2 месяца зарплату не получали. Разбегутся девки. Они бы отдыхали у тебя поменьше, а? Тогда бы сам половину уволил. Нет в администрации денег. Могли бы и разбудить. Ну, прости, прости. Теперь из-за меня зарплаты не будет. Зарплаты не будет, да? Наш лучше напугать. Нас этим не удивишь. Точно, точно. Ладно, кто завтрак с Сливкиной? Идем, идем. Витя, кстати, вчера билеты взял. Мне бы такого платьишко на вечер. А мой вообще завтра после концерта в ресторан пригласил. Наверное, замуж позовет. Ну, хочешь не хочешь, нужно выглядеть. Ладно, сделаем тебе костюм. Какой? Пиджак и юбку-карандаш. Ну, почему пиджак? Тебе очень хорошо будет. Нет. Платье обтягивающее по фигуре. Класс, класс. Слушай, что мы без тебя делали, а? Подождите, девочки, только надо в парикмахерскую сходить. Сначала точно в парикмахерскую. Да. Анушка, парикмахерскую. Думаешь? Не, я не могу, у меня дела, завтра я тоже не смогу. А ты же вообще на концерт не пойдешь? Ты чего? Анушка. Чего? Как это? Ты же Сливкина, ты что? Привет, папа. Привет. Давай. Где мои тапки? Аннушка, ты? Да я, мам. Вон. Сегодня принесли. Иди руки мой. Нет, мам, спасибо, я есть не хочу. Клёпа? Да. Аня, любовь у вас была вроде. Замуж зовет. Да не бы куда, в Москву. Ну, что тебе еще-то надо? Ну, ничего, пап. Я его не люблю, а в Москву я сама поеду, модельером стану. Модельером? Это здесь твои платья за бесплатно носят. Ну, кому ты там нужна, кроме Клёпы? Далеко нам еще? Да нет, мы уже почти приехали. О, боже, и когда же я уже перестану в эти дыры ездить? Давайте не розовый уберем и помаду потемнее. Не-не, не надо. Мой поярче любит. Да, правильно, все они любят поярче. Витя, кстати, тоже. Слушай, какой же он все-таки красавчик, а? Да, это точно. Нет, ну мне совсем ног не видно.
Ну, давай покороче. Правильно. Все они любят покороче. Не вопрос. Хотите покороче, сделаем покороче. Слушай, а может, мне тоже покороче сделать? Не надо. Девочки. Хорошо. Снимай. Сделаем покороче. Ого. А это еще что? Ну как что? Местная администрация, видимо. Настюш, народная любовь, она такая, до нее еще добраться надо. А мы не добрались, да? Почти. Пошли. Пошли. Добро пожаловать. Очень-очень любим ваши песни. И, как говорится, по русскому спасибо. Обычаю. Давно мечтал с вами познакомиться. Толя, организуй мне водички холодной. О, Господи. Значит так, вода и фрукты в гримерке – это обязательно. Удостоверьтесь, чтобы там не было ни одного человека, никого посторонних. А интервью местной прессе можем организовать после концерта, стоять. Возможно. Ну-ка, иди сюда. Это что? Это мое платье? Толик, посмотри, это мое концертное платье. Ты вообще понимаешь, что ты наделала, а? Вы вообще понимаете, что она наделала? У меня концерт сегодня вечером. В чем я на сцену выйду, а? Что делать? А что делать? Концерт отменять? Во что делать? Настя. Что, Настя? У нас полно костюмов с собой. Ты же знаешь, что я работаю финальную песню только в этом платье. Знаю, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Правда, Геннадий Иванович? Да. Придумаем. Да, мы что-нибудь придумаем. У нас в городе есть замечательная швейная фабрика. Точно! Там директором Петрович, у него этих портних все сделают в лучшем виде. Я уезжаю из этого города. Так, ну, звони Петровичу, да. Пусть пришлет самую лучшую. Ну, давай. Настя. А? Без мухи слона делаешь. У нас вон целый гардероб. Молчать. Что? Здрасте. Ты что ли портниха? Ага. Здрасте. На, вот посмотри. Угу. Ну, что думаешь? Думаю, что исправлю. А если окончательно испортишь? Знаешь, сколько оно стоит? Таким оно уже ничего не стоит, но я сделаю все, что смогу. Ну, давай. До свидания, очень приятно познакомиться. Давай, у тебя 3 часа есть. Поняла. До свидания. До свидания. Аннушка? Ты куда? Куда? Она куда? Не знаю. Витя, что? Это же она. Толь, ты на часы смотрел-то? Концерт пора начинать. Где платье? Настенька, милая, иди в чем, мама, в чем ты есть. Они этому рады будут. Я принципиально буду ждать это платье. Тем более мне очень интересно, что же она там напорола. Вот, все в самом лучшем виде. Геннадий Иванович и обещал. Ты видел?
Красотища. Фантастика. Портниха, это ждет. Автограф, наверное, хочет. А, ну ладно, пойдем. Встречай. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, здравствуй. Проходи. Спасибо. Садись. Настюш. А? Я пойду, надо мне. Да недолго. Но не ожидала я. Видишь, ты и вправду хороша в своем деле. Спасибо. Ну, это было несложно. Но вообще, это не ваш стиль, и вам это не идет. Что? Ну, простите, пожалуйста, но это правда. Ты шутишь? Нет. Правда. Тебя как зовут-то? Аня. Все почему-то меня называют Аннушка. Аннушка. Да. На, это тебе за работу. Спасибо. Не, не надо. Ты уверена? Ага, я тут, в общем, мне кажется, что я для вас решила. Посмотрите, пожалуйста. Ух ты! Ничего себе. Ты кто? Я. Тут на фабрике работаю, вот все для школьников делаем. Форму. Ты хочешь сказать, что вот этому ты научилась на фабрике? Нет, это я сама. Как ты сама? Ну, все в детстве во двор гулять, а я за швейную машинку. Ладно. Насколько я тебе должна за эту красоту? Нет, нисколько, это подарок. Ну, ей-богу, ты странная какая-то. Хоть что-то тебе надо от меня? Да нет, ну если вы будете носить мою модель, это уже для меня такая награда. Ну, хоть что-то ты хочешь? Хочу быть модельером. Модельером, говоришь? Угу. Арина? Да? В талии чуть прибери. Угу. Арина, это бедра, а не талия. Ладно, девочки, хватит. Все это не то. Ну, конечно. Тебе же теперь не угодить. Есть с чем сравнивать. В смысле? Ты что, нас бросаешь? Да нет. Просто 2 недели назад у меня концерт был. Городишко так себе. А вот девочка прелесть. Она мне подарила 2 своих платья, представляешь? С трудом. Так вот представь, только без обиды, Ходомская. Вот это вот все по сравнению с ними. Просто барахло. Стыдом быть просто. Слово. Привет, дорогая. Привет. О, привет. Ну, наконец-то. Привет. Кто тебя обидел, а? Что за барахло? А барахло это мы с тобой, Славик. По сравнению с... Как ты там говоришь, зовут твое чудо? Аннушка. Аннушка. Послушай, не Люда, тебе таланты нужны? Только они мне нужны. Ладно, слушай, я тебе рекомендую настоятельно. Девочка, ну просто прелесть. Ну, слушай, ну возьми, пошьет хотя бы для меня. Да я-то не против. Ну, если Варя не против, и Славик тоже, то я с удовольствием. А почему Аннушка? Она же, наверное, взрослый человек. Ее зовут Анна. Анна Балабина. Запомните. Слава Богу. А то, мне казалось, нам с тобой придется называть ее Аннушкой. А тебя Варенькой никто не называет, да? А мне нравится.
Аннушка? Ну что? Ну что, обиделась, что ли? Вот так. Слав, ну если я тебе что-то значу, ты не должен лишиться меня. Да. Еще при этой чучело огородное. Слушай, это чучело сейчас на подъеме, я не хочу ее терять. Да? Да. А я думала, ты меня не хочешь терять. Что ты такое говоришь-то, дружочек-то? Дружочек? Слава, скажи, ты меня любишь, а? Почему тогда мы столько лет вместе? Ни семьи у нас, ни детей. Варь, ну что ты начинаешь опять? Нам хорошо с тобой. Мы зачем что-то менять? А? Почему ты меня никогда Варенькой не называл? Варенька. Варенька. Все. Варенька. Все. Варенька. Звонят. Спасибо. Пожалуйста. Вы работать когда-нибудь научитесь, а? Вас по объявлению, что ли, набрали? Так, приколи здесь. А это что? Ну как мы можем это показывать, а? Ну скажите, вы что, все тупые здесь? Поувольняю вас к чертовой матери. Господи, ну как так нужно? Что это за рукав, а? Лебедь она, что ли, белый? Так, девочки, вы хотите опозориться, да? Вы понимаете, что у нас показ на носу? Это не модно уже 300 лет. Ну сделайте что-нибудь, а? Простите, можно вас побеспокоить? Попробуйте. Марина, кто это? Не знаю. Здравствуйте. Я извиняюсь, что я с вещами, я просто только с поезда. Мне нужен заместитель Вячеслава Нелюбова. Сейчас, секунду. Варвара Ходомская. Я Анна Балабина, вы, наверное, обо мне слышали. Я из Шахтинска. Вот я от Насти Сливкиной, вы, наверное, слышали. Здравствуйте. От Насти, да? Да. Значит, та самая Аннушка. Да. Ну да, такой я вас себе и представляла. Что, коллеги, полюбуйтесь. На то, в сравнении с чем мы с вами, барахло. Ну и чем же вы так Сливкина удивили? Я вам сейчас покажу, я для нее новый эскиз сделаю, секунду. Арина, проводи ее в цех, пока она не напылила тут своим нафталином. Так, ребята, продолжаем. Идем за мной в цех. Где булавки? Давай. Простите, еще раз. Раскалывай. Нет, ну я уже просто не знаю, что делать. Ну давай попробуем так. Вот здесь уберем, а вот здесь прихватим. По-моему, так уже тоже пробовали. Да. Ну, давай прострочим, а там глянем. Можно? Аннушка, ну... А так даже лучше? Это, конечно, лучше. Замечательно. Ух ты, красота-то какая, а? А я смотрю, ты толковая. Где ты работаешь? В доме моды. Моды? Угу. Присмотри там аккуратней. А то жила тут одна, тоже очень модно одевалась. Так домой брюхатая поехала. Настя Михайловна, может, хотите чайку? Чайку? Да. Да мне твой чаек без надобности. А вот чтобы плату за комнату
через 2 недели. Вынь да положь. Поняла? Поняла. Вы не переживайте, я работящая. Задержек за оплату комнаты не будет. Ха, не переживайте. Понаедут тут, а потом уезжают домой с полным подолом. А вы не переживайте. Полина, где? Где ты ходишь? Неплохо. Прекрасно. Повернись. Что здесь? Поправь чуть-чуть. Прекрасно. Арина? Да? Это твое платье? Нет, вот мое. Это твое? Да. Слушай, это не тот макет, который я тебя просила переделать? Да, тот. А что ж ты сразу так не придумала? Ну, честно говоря, я бы сейчас так не сделала, если бы не подсказали. Арина, ты хотя бы не признавалась уж. Скажи, кто такой умный? Аннушка. Так, слушаем сюда. Все, что я одобрила, готовим к контрольному просмотру. Остальное дорабатываем. Слава Борисович, ну куда вы мимо полетели? А это кто будет подписывать? А Варвара Ильинична? Она уже подписала. Тонечка, а кто это девушка? Так это новенькая Аннушка, та, которая от Сливкиной. А, от Сливкиной? Да. Аннушка. Ну, спасибо. Слава, ты куда? Да я сегодня, наверное, не вернусь. У меня встреча. На вечером тебе ждать? Вряд ли. Ну, ты знаешь, как бывает на этих встречах. Да нет, Слава, не знаю. Это Толик твой, наверное, знает. А я не знаю. Варя, ну при чем тут Толик? Это деловая встреча, да? Да, последний раз, когда ты об этом говорил, тебя видели с Толиком в каком-то ресторане с женщинами. Ты их слушай больше. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш коллектив. Ой, спасибо вам большое. Слава, нам нужно будет кое-что с тобой обсудить после твоей деловой встречи. Ты же еще что? Делимся опытом. Хорошо, у нас хотя бы швея шить умеет. Расскажет вам, что к чему. А то, наверное, без нее показ не состоялся, да, Арина? А, да мы просто болтали, Варвара Ильинична. А вот это конспект о вашей болтовне. Я надеюсь, перерыв обеденный закончился? Или теперь ваша работа языками чесать? А ты, милочка, где твое рабочее место? В цеху. Так вот идите в цех. И если я еще раз вас увижу в офисе, я вас уволю. Ясно? Не переживай ты так. Поняла? Да ладно. Не бери в голову. Слышишь? Слова. В общем, я домой. Перезвони. Варвара Ильинична, можно? Что? Теперь меня решила покорить своими поделками? За что вы так ко мне относитесь? Я к тебе? А ты вообще кто такая, чтоб я к тебе хоть как-то относилась? А я у вас работаю. Помню, швеей. Если есть ко мне вопросы, заявление с визой начальника цеха. Вы знаете, я способна на больше. Здесь я решаю, кто и на что способен. Твое место в швейном цехе. И то, потому что за тебя Сливкина попросила. Она просила, чтобы я работала в швейном цехе. А ты что же хочешь? Со своей швейной машинкой, может быть, ко мне в кабинет въехать? Нет, я хочу помочь. Кому? Да всем. Насте же нравятся мои модели. Вот я для нее новую придумала. Посмотрите, пожалуйста. Понимаешь? Деточка, если бы я потакала дурному вкусу Насти Сливкиной, звездой бы она не стала. Здесь я решаю, что красиво, а что нет.
Да. Да нет, я не пойду. Да не хочу, и надоел мне, понимаешь, не пойду. Я... Выйди, пожалуйста. А кто будет? Не, ну тогда, наверное, тогда пойду. Слушай, давай я тебе попозже перезвоню. Ага. Давай. Вячеслав Борисович, вы простите, я пыталась остановить, но она сама сюда вошла. Здравствуйте. Здрасте, вы кто? Я Анна Балабина по рекомендации от Насти Сливкиной. А, вы Аннушка. Угу. Я вас не узнал просто. Садитесь. Спасибо. Ну, появились вы эффектно. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Кто бы что ни говорил, а Насте Сливкиной нравятся мои модели. Угу. И вашим девочкам тоже. Ну, если девочкам нравится, то... Ну, давайте показывать, что там у вас. В этой папке находятся модели, которые я разработала для Насти. Я могу сделать еще, и много. Я прошу вас, дайте мне шанс. Я не хочу работать в швейном цеху. Ну, знаете ли, милая моя, я тоже много чего не хочу, однако делаю. И все делают. И именно так можно чего-то достичь. Но я не все. Зачем делать то, что ты не хочешь? Простите. Просто я показывала папку вчера с эскизами Варваре Ильиничне. Она просто не посмотрела, она выбросила в кусты, папка испачкалась. То есть вы хотите сказать, что Варвара Ильинична специально бросила вашу папку в кусты? Нет, нет, ни в коем случае. Она просто выбросила в кусты. А это тоже ваша работа? Угу. Тонечка, пригласи, пожалуйста, ко мне Варвару Ильиничну. Угу. Спасибо. Балабина? Ты? Я же запретила тебе здесь появляться. Ты почему не в цеху? И что это на тебе? Нравится? Ты звал? Поехали сейчас к тебе. Ты шутишь? Слава. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Ой. Слава, это так неожиданно, Слава. Ну почему мы можем сделать то, что мы хотим? Даже этого хотим, правильно? Хотим? Ну. Мы не можем. Почему? Мы не на рабочем месте. Ну что? Ну тогда не делается. А вот так? Так делается? Откуда это у тебя?
из клумбы. Ясно, чего она так вырядилась. А по-моему, это лучшее, что у нас есть к показу. Ты хочешь допустить ее к показу? Ладно. Ну, то, что не видишь, очевидно. Но нам нужна новая кровь, понимаешь? Нам нужны таланты. Значит, ты считаешь, что она талант? Ну, что-то в ней, очевидно, есть. Что-то, Славик, это не божий дар. Это что-то. Вот заодно и посмотрим. До просмотра время у нас есть, поэтому дай ей конструктора, швею и закройщика. И пускай готовит свою модель к показу. Варя! Папочку замыла. Только в урну не бросайте. А, ты смышленая. Спасибо. Так меня не уволили? Верь мне, деточка, это дело ближайшего времени. Ты что, серьезно не уволили? Тебя уволят. Через 2 дня. После контрольного просмотра. Да, и Вячеслав Борисович попросил тебя сделать 2 модели для этого просмотра. 2 модели за 2 дня? Ну, ты же у нас талантливая. Да, и еще. Помощи ни у кого не проси. И так все слишком заняты. И ты ж понимаешь, какое счастье тебе на голову свалилось. Так что, сама-сама. Звонил или нет? Да. Трубку не берет твоя Балабина. Простите, извините, я опоздала. А ты сама-то как думаешь? Извините, я проспала. Вот, посмотрите, это 2-я модель для показа. 2-я? Угу. Ты что, попросил 2 модели? Замечательно. Да? Готовьте 2 модели к показу. Правда? Правда. Спасибо. Готовьте. Я пошла? Конечно.
торопимся. Быстрее, быстрее. Попудри ее. Все нормально, Полина? Да. Застегивай скорее. Так. Молодцы. Арина, ну что ты возишься? Руслан, помогай. Не перекручивай юбку. Помощь нужна? Ну, как-то до этого без тебя справлялись. Ну, ну увидимся, да, на поклоне. Хорошо. Давайте, девочки, уже музыка пошла. Выстраиваемся. Простите, а когда я? Слушай, Балабина, иди, а не мешай. Ты в следующем выходе. Вешалки упали, испачкались. Спасибо. 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 Алло, мам, привет. Не, у меня все хорошо. Да вправду все хорошо. Ты скажи, как папа? Не-не, мам, слушай, я сейчас не могу говорить. Давай я тебе перезвоню. Пока. Потому что унизил меня перед Сливкиным, взяв на работу эту деревенскую дурочку, так еще и печешься о ней. Прям отец родной. Слова, а может, тебе деревенские теперь больше нравятся, а? Господи, как ты не понимаешь, а? Как ты не понимаешь, что она прирожденный модельер? Да это ты, Слав, не понимаешь. Разуй глаза. Она же не из нашего круга. Ну кому ты ее представишь, а? Скажи, кому? Да над нами все смеяться будут. Кто ее примет? Смеяться будут скоро над нашими моделями. Вот ты все-таки дурак, Слава. Если бы твои модели хоть кого-то волновали, ты бы давно уже обанкротился, потому что ничего стоящего не создаешь. И вообще, если бы меня не было, и бренда бы твоего тоже не было. Может быть, тогда было бы и лучше, а? В общем, либо я, либо при мне она в Доме моды работать не будет. Мы вообще-то поздравить тебя еще раз хотели. Спасибо. Но вы не обращайте внимания. Ну как не обращать внимания, Славик? Ну вы столько лет с Варенькой вместе, и все вам никак. Который год ты ей голову морочишь? Ну поженились бы, внуков бы нам на радость, а ты в крик. Ну разве это дело? Пап, давай я с этим как-нибудь сам разберусь, ладно? Я с ее отцом еще в обкоме начал работать. Ну, чем она тебе не пара? Мам, ну ты-то куда, а? Опять мама, мама. Слушай, ты хватит уже, хватит! Мне 40 лет, понимаете? 40 лет! Могу я жить так, как я хочу? Не как вы, а как я! Еще раз повторю, что в осенне-зимнем продапорте мы будем представлять не менее 50 моделей. Кстати, где Балабина? А, так Варвара Ильинична сказала. А,
Коллеги, я вам напоминаю, что модели Анны Балабиной пополнят нашу новую коллекцию. Я вас очень прошу помочь и адаптироваться в нашем коллективе. Все, все свободны. Арина, да? Пригласите, пожалуйста, Балабину ко мне. Ага, хорошо. Варя, я тебя очень прошу, ради меня не цепляйся к ней, а? Не буду. Это что? Документы. Подпиши. Отпуск с последующим увольнением? Я же сказала, не буду. Надеюсь, все у вас там будет хорошо. Это шантаж? Это наша последняя возможность. Вот так у нас ничего не будет. Ты, пожалуйста, подумай об этом, когда будешь в отпуске. Я тебе позвоню. Угу. Анна, проходите, пожалуйста, садитесь. Материал такой розовый, пастельный, да? Да. Здесь сиреневый точно, точно пойдет? Точно. А по материалу сейчас. А по материалу лучше какой-нибудь крепший фон или хлопок. Ну, чтобы легко смотрелось. Ну, вы вообще мои мысли угадываете. А серьезно? Серьезно. Так, а вот здесь, смотрите, по цвету. Я думала такой вариант посмотреть. Вот, вот этот. Аннушка, послушайте, я не знаю, как вы, но я, честно говоря, проголодался. Может быть, сходим в ресторан, перекусим? Я просто для ресторана как-то не одета. Вы меня обижаете. Но вы же в доме моды Вячеслава Нелюбова, а? Ну, пошли? Ну, давайте. Пойдем. А там и продолжим. Хорошо. После 8 класса, когда я в училище пошел, меня вообще чуть из дома не выгнали. Да. Вы учились в училище? А давай на «ты». Давайте. Давайте. Давай. Да, я учился в училище. Представляешь, один мальчик на весь курс. Серьезно? Все смеялись. А мне нравилось. У нас мастер была замечательная женщина. Она меня, собственно, всему и научила. Да. Конечно, из дома меня не выгнали. Даже наоборот. Отец начал мне помогать. Вообще, если бы не отец, не было бы никакого Вячеслава Нелюбова. Ну, давай. За тебя. Спасибо за вас. За тебя. Что? Сырики. Простите. А что ты не ешь? Ешь, убирай эту папку и ешь. Действительно. Все дела потом. Это тартар. Тартар? Угу. Ел когда-нибудь? Попробуй. Сейчас. Ну что? Интересно. Это какой-то засол? Нет, это сырое. Не нравится? Нет, не нравится. А дом моды
принадлежит твоему отцу? Ну, наполовину мне, наполовину ему. Да, будь он не ладен, этот дом моды. Почему не ладен? Понимаешь, или творчество, или деньги. Одно другое очень часто исключает. Да. Ну ладно, раз еда нам не нравится, ну, мне очень пойдем очень в другое нравится. Место. Мне нравится, правда. Нет, Вячеслав! Простите. Эльза? Это у тебя такая деловая встреча. Здравствуйте. Мы очень спешим. Прости. Пойдем. Отец, он очень сильный человек. Он всегда точно знает, что надо делать для того, чтобы добиться успеха. Ну и в итоге я из художника превратился в преуспевающего бизнесмена. Ой, дебет с кредитом. Чуть я весь вечер о себе, да о себе. Ты мне про себя что-нибудь расскажи. Доброе утро. Как спалось? Хорошо. Проходи, садись, будем завтракать. Я как раз яичницу приготовил. Спасибо, я не хочу. Ну, что значит не хочу? Надо. Садись. Бутерброд будешь? Нет. С сыром. А? Это вы меня раздели? Ну, во-первых, мы с тобой давно на «ты». Во-вторых, ты что, спала бы в модельном платье? Угу. Как нога? Так. Так больно? А так? Так больно. Да нет, это просто... Просто вывих, все пойдет. Все утро звонил. Mm-hmm. Жених твой? Да. Потерял тебя? Да, он потерял меня 5 лет назад. А он-то в курсе? Школьная любовь. В армии служил. Кто-то ему сказал, что я его не жду. Не поверил. А ты мне веришь? Веришь. Я не верю. Своему счастью.
Ой, господи. Ну, они нас там обыскались уже, наверное. Это тебя обыскались. А меня твоя Варвара ненавидит. Как я с ней уживусь? Да никак. Она увольняется. Да? А ты займешь ее место. Я что, следующая после Ходомской? Ну, что ты такое говоришь-то? Ой, при чем тут? При чем тут? Ходомская — это Ходомская, ты — это ты. Ну, ж был хорошо. Угу. Ну, давай теперь время от времени нам будет хорошо. Давай, мне надо домой переодеться. Чайник поставь, пожалуйста. Вячеслав Борисович, Варвара Ильинична не оставила никаких инструкций. А кто ее замещает? Вот именно за этим я вас позвал. Дочка, найди, пожалуйста, Анну Степановну. Все в сборе. Вячеслав Борисович начинает, вас ждет. Аннушка, и передайте, пожалуйста, Вячеславу Борисовичу, чтобы начинали без меня. Анна Степановна, вы куда? Аннушка! Подожди. Послушай, что ты меня дураком-то выставляешь, а? Что я бегаю за тобой, как мальчик? Думаешь, никто не понимает? Нет, все понимают. Только вы не понимаете. Что я не понимаю? Что я не понимаю? Где у тебя еще будет такой шанс? Какой шанс? Время от времени делать вам хорошо. Послушай, я тебя в постель не тащил. Нет, не тащил. Только я вам доверилась, и я чувствовала. А ты думал, холодно и трезво. Думаю, ну что за девочка? Ну она же дурочка, куда она денется? Когда у нее будет еще такой шанс? Послушай, с моей стороны было все искренне. Правда? Правда. Ты искренне предлагаешь мне быть содержанкой? Почему содержанкой-то? Почему содержанкой? Послушай, ну если людям хорошо, они встречаются, ну что в этом плохого? Да ничего в этом плохого. Если это не ради должности. Если это по любви, если это честно. Я так не могу, прости, не могу быть содержанкой. Я, может, не оправдала твоих надежд, извини. Подожди. Подожди, остановись. Послушай, давай сейчас успокоимся, выдохнем и нормально поговорим. Ань, ты что, хочешь вот так просто сейчас уйти и все? Да! Ваши документы, пожалуйста. Слушайте, какие документы вы... Проверка. Что, не знаете, кто я? Проверка документов. Предъявите, пожалуйста. Пойдемте, они в офисе у меня документы, я вам покажу. Так бы не любого. Мы не сошлись характерно. В любом случае, нам нужна его рекомендация. Простите, какая может быть рекомендация, если мы не сошлись характерами? Здравствуйте. Добрый день. Нелюбов Вячеслав Борисович здесь?
Вообще, да, так нет. А вы что-то хотели? А как вас зовут? Тонечка. Антонина. Антонина. Прекрасно выглядите. И платье у вас такое стильное. Вам идет. Вы так думаете? Уверен. Не будь я при исполнении, пригласил бы вас на свидание. А так придется побеспокоить вашего шефа. Звоните. Послушайте, как вас там? Андрей Иванович. Андрей Иванович. А вы вообще понимаете, где вы находитесь? Вы не боитесь? А у меня, Вячеслав Борисович, недоимки в 10 миллионов нет. Чего мне бояться-то? Так, в общем так, товарищ лейтенант. Капитан. Без разницы. У вас ровно 3 секунды на то, чтобы покинуть помещение, иначе я... позвоню кому следует. Вы так не горячитесь, Вячеслав Борисович. Дело-то серьезное. Слушайте, что вы несете, а? Какое дело? Что тут серьезного? Вы понимаете, с кем вы разговариваете, а? Вы говорите с народным художником России, Вячеславом Нелюбовым. Вот. Вам, народному художнику России, Вячеславу Нелюбову, да начисляют 10 миллионов налогов. Что же вы думаете, они не ведают, что творят? Послушайте, мои адвокаты эту недоимку отсудят на раз. Просто на раз. Зачем мне общаться сейчас с вами и со всей вашей бандой? Ну какая же мы банда? Ой, скажете тоже, ей-богу. А по поводу отсудят, я сильно сомневаюсь. Во всяком случае, не в этот раз. Ну и пока ваши юристы будут судиться с налоговой, мы вас закроем по уголовному делу. О, вот так, да? Это по какой же интересно знать статье? Грязно работаете, Вячеслав Борисович. И с учетом всех ваших фирм, однодневок и разных серых схем. Статья 174 – легализация. Или статья 199 – уклонение от уплаты налогов. Вам какая больше нравится? Слушайте, я не понимаю. Андрею... Иванович. Почему вы так уверены в этом бреде своем, а? Вы вообще понимаете, для кого я шью? Понимаю, Вячеслав Борисович. Обшивать генеральских жен – дело сложное. Вдруг кому-нибудь что-нибудь не понравится. Что? Что может не понравиться? Не знаю. Платье, например. Генеральские жены, они такие. Платье не понравилось, а она мужу шепнула. Оп! И нет народного художника России. Я вижу, вы с юмором вообще, да, человек? Работа паскудная, но посмеяться можно. Давайте мне теперь ради смеха назовите сумму, которую вы хотите. С вашего позволения. Пожалуйста. Это минимум. Ну, а вашу проблему с налоговой мы уладим. И расстанемся друзьями. Очень вам советую... Заплатите и живите спокойно. Хорошо, я подумаю над вашим советом. Прошу вас. Только долго не думайте. Потому что, когда появится уголовное дело, цена вырастет. Я думаю, вам это понравится. Сынок, ну почему опять по газону? Мам, ну что, я обходить буду сейчас? Ну нет, ладно, иди сюда. Чего вы сажаете газоны? Зачем? Привет. Привет. Мам. Он тебя ждет. Ребята еще те. Понимаешь, там есть и второй. Некто Гундин. Это друг и подельник этого Андрея. Вот. Вот они тебя вдвоем и крутят. Ну и что делать? Ну что делать? В Следственном комитете я что-нибудь выясню. Mm-hmm. Вот. А там самое главное их финансовые аппетиты умерить. Mm-hmm. Там посмотрим. Ты сам-то что думаешь по этому поводу? Да что я думаю? Да, обыкновенные рейдеры. Ну какие рейдеры? Какие рейдеры, Славик? Ты генеральских жен обшиваешь.
Понимаешь? Тут местью пахнет. Тут что-то личное. Кстати, мне утром звонил этот Андрей Иванович. Приглашал к себе в кабинет на разговор. Следственный комитет? Ну да. Ну что, сходи. То я? Ну а почему нет? Сходи. Ну знаешь, что к чему. Скажи, что ты еще ничего не решил. Что ты думаешь. Пускай у них все успокоится. А я пока узнаю, что за крыша у них. Ну, с адвоката, наверное, идти. Да? Ты еще возьми свои с собой двух понятых. Пап, что ты смеешься? Что ты смеешься? Не таких закрывали. А если меня... Они... Тут вообще развалится все, понимаешь? Ничего не развалится. Варенька присмотрит. Варенька уволилась. Нет, она вернулась. По моей личной просьбе. Вот так вот, сынок. Добрый день. Здравствуйте. Зарплату задержали. Вот. Я вам потом доплачу. Уволили? Нет. Уволили. Говорил мне муж, не связывайся с этими свиристелками, царство ему небесное. Так мне жаль вас, дурюх. Вот теперь сама у себя дура. Да, дура, так мне и надо. Меня не уволили, я сама ушла. Но я нашла уже новую работу. А мужика на свою голову еще не нашла? Не переживайте, со мной проблем не будет. Да чего мне это переживать, дурюха? Это тебе надо переживать. Когда будет зарплата? Скоро. Мам, у меня все хорошо. Ты лучше скажи, как папа. А, ну, слава богу. Клёпа звонил. Чего сказал? Мы готовимся к показу. И мои модели тоже будут, мам. А у тебя просто этого канала нет. Все, мам, прости, ко мне на примерку пришли, пока. Половина. Да. Вот это за неделю, как ты просила. Здесь очень мало. Ну, во-первых, ты на испытательном сроке, а во-вторых, ты на это не нашила. Хочешь, я буду работать 10 часов? Нет, не надо мне 10. Ты вот это делай, и все. А вот это даже за 12 часов не сделать. Слушай, что ты говоришь, а? Да тебя же делали, вот это и делай. Где все эти люди сейчас? Смотри, она еще издевается, а? Меньше говори и больше работай, поняла? Поняла. Да. Вот эти вот бирки, не забудь. Почему не Дольче Габбанчик? Какой Дольче, слушай. Тебя в детстве как звали? Аннушка. Аннушка. А меня моя мама в детстве звала Арманик. Мама, понимаешь? Понимаешь. Вот и работай. И меньше болтай. Рина, вот скажи мне, где ты здесь это видишь? Ну, как нарисовано, здесь это не получится. Но я говорила Вячеславу Борисовичу. Да что ты говоришь? Говорила, говорила. Может, это у тебя не получится, а? Слав, просто зла не хватает. Привет. Привет. Ты в форме. Хорошо отдохнула? Так себе. Ты же не позвонил? Ну, а зачем же ты вернулась? У тебя проблемы, не могла же я тебя бросить. Я очень благодарен. Без тебя мне было бы намного хуже. Правда? Правда. Ну, что там у нас? Ну вот. Ну сколько они хотят? Без кредита не осилим. И потом, где гарантии? Вот отец сейчас через своих ребят прощупает. И тогда...
Тогда будем думать. Скажи, вы расстались? С кем? Валей, дурака. Да. Что? Живя из Ульшахтинска? Шахтинска. Шахтинска. Не оправдал так надежды. Скорее наоборот. Как это? Она сама пришла и уволилась. Ненормальная она и есть ненормальная. Я захотела занимать твое место. Слава. Да. Зачем ты так? Варь, прости меня, сам не знаю. Если хочешь, ты можешь остаться. И работать. Но только я ничего тебе не обещаю. Ну, ты удивил-то. Слав, я и так уже 5 лет так живу. Ну, прошу. Там-там-та-дам-там-там-там-там-та-да-дам. Толик, ты что, ноги кривые? Чего семенишь? Я, между прочим, под музыку стараюсь. Мне нравится сама ходьба-носить. А вот это может нравиться, да? Мешок мешком. К сожалению, Варвара Ильинична задерживается. Может, кофе пока? Нет, спасибо, кофе не надо. Вы мне Аннушку лучше позовите. А Аннушка здесь больше не работает. Отжала Ходомская все-таки, да? Да не, на кой она и далась? Варя тут ни при чем. Толик, она тут везде. Причем, даже если ни при чем. Ну, что передать по поводу платья Варваре Ильинишне? Я это обсужу со Славой, спасибо. Насть, Насть, ну, Насть, ну, успокойся. Значит так, вот это для Ходомской со Славиком. В первый ряд приглашение, вип-места, все красиво. Угу. Угу. Хорош пиджак? Угу. Давай. Да. Вячеслав Борисович. Ждем. Здравствуйте. Присаживайтесь. Будин Дмитрий Владимирович. Только попрошу вас в этих стенах без лишних слов. Ну, вы меня понимаете. Слушаю вас, Вячеслав Борисович. Это я вас слушаю, вы меня позвали. Ну, раз вы пришли, значит, вам есть что рассказать. Вот мы вас внимательно слушаем. Что решили? Да пока ничего. Наверняка у вас есть встречное предложение. Ну, я предлагаю вам подумать о другой сумме. Вы считаете, есть основания? Я считаю, что ваш, так сказать, заказчик таких денег не стоит. Это вам папа сказал? Да, это мне папа сказал. Мы справки навели. Вы, как и ваш папа, ошибаетесь. Ну, время покажет. А пока я предлагаю вам подумать. Это вам надо подумать. Потому что сумма меняется. И теперь она становится больше. Ну, господа, так мы вообще никогда не договоримся. Договоримся. Обязательно договоримся. Против вас заведено уголовное дело, которое открыть легче, чем закрыть. То есть вот сейчас я должен начинать бояться, да? Ну, я думаю, вы не из пугливых. Вот, ознакомьтесь и подпишите. Вы меня задерживаете? Нет, что вы, чистая формальность. Подписка о невыезде. Пока. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к вашему новому положению. Господа, мне кажется, вы
Блефуете. Блефуете, Вячеслав Борисович, вы с папой. А мы точно знаем, что навести справки вам пока не удается. А время идет. Что же нам остается? Всего доброго, господа. До свидания. Аннушка, здравствуй, моя хорошая. Арина, привет. Здравствуй, здравствуй, моя хорошая. Ой, привет, мой новый. А ты как меня нашла вообще? Птичка напела? Напела, моя хорошая, привет. Слушай, не тяжело? Да нет, ты что? На фабрике тяжелее таскали. Ну, как у вас дела? Варвара вернулась. Хорошо. Вячеслав Борисович, будет легче. Да ничего хорошего. Жизни теперь нет. Вячеслав Борисович, как туча. Ну, зачем ты ушла? Ты знаешь... Знаю, да. Ты все правильно, правильно поступила. Я, ты знаешь, что пришла? Настя про тебя спрашивала. Ей наша модель не понравилась. Вот. Может, ты возьмешься? Сколько у меня есть времени? Ну, почти нет. Свадьба на носу. Пала меня. Слушай, я не понял, почему стоим, а? Я за тебя, что ли, таскать должен? Здравствуйте. Здрасте. Держи. И работай. Ну, видишь, в каких условиях я буду работать? Позориться только. Ну, хоть модель, эскиз. А мы быстро там сами все доделаем. Что, Варвара разрешит? А мы это обсудим. Пойди 5 минут. Подожди меня, я сейчас. Балабина, что там у тебя, а? Ничего, сейчас исправлю. А говорила специалист, на фабрике работала. Сейчас исправлю, говорю же. Подожди, подожди. Что? О, я сейчас исправлю. Про зарплату можешь забыть. Будешь отрабатывать. Я не могу, Арман, мне хозяйке нечем платить. Сможешь, если трудовая назад. Нужна? Значит, сможешь. Я модельер. Дайте мне клиентов, я отработаю. Знаешь, есть у меня один клиент. Как сыр в масле будешь. Квартиру снимет. Кормить. Одевать. Все будет. Зачем такой красивой девушке работать? Нормально? Ты дурак? Я дурак? То сама ты дура, раз от такого отказываешься. Слушай, все, больше не предложу. Я пошел, а вот ты, ты думай. Здравствуйте, Анастасия Михайловна. Как здоровье? Да какое тут здоровье? Ну, зашкаливает опять. Голова болит. Ну, это погода, да, давление скачет. Что, опять зарплату не дали? Обещали, что дадут. Я просто машину швейную сломала. Смотри, что, девка. Что? Давай-ка ты съезжай. Ага. Я только квартиру новую найду. Никакой квартиры. Чтобы духу твоего в Москве не было, пока горе не случилось. Ну, это, наверное, я сама буду решать. Да нет уж, милая, ошибаешься. Ты что, думаешь, я зря телефончик родителей-то твоих выпросила? Вот я им позвоню, пусть они решают. А я на свою душу греха не возьму. Слав! Не забудь сегодня... Да, кстати, я подумал, ну, если нравятся Насте эскизы нового свадебного платья, замечательно, я ничего менять не буду. Арина молодец, поработала хорошо. Подожди, а имя? Настя будет в платье от Арины? Да нет, зачем? Ну, если Арина не против, Настя будет в платье от Нелюбова. Арине премия. Но Настя, соответственно, ничего не должна знать об Арине. Все довольны. Конечно, ты прав. Слава,
ты не забыл сегодня у Насти мероприятие? Может, поедем вместе? Варя. Нет, прости. Про эскиз не забудь. Конечно. Только не пойму, откуда это у Арины вдруг такой талант проснулся. Что? Нет, нет, ничего. Варенька, ну я же понимаю, что то, что сделано в доме Нелюбова, и сделано руками Вячеслава Нелюбова, это абсолютно разные вещи. Думайте сами. Ну, а ты что думаешь? Ну, вряд ли кого-то это может заинтересовать. Да и кто узнает? То, что знают двое, знают абсолютно все. А надеть на себя то, к чему не прикоснулся гений Вячеслава, так подставиться Насте я не посоветую. Решайте сами. Я пока все это придержу. Толик, только между нами. Естественно. Ну, а что? На концерт придете сегодня? Лучше на автопати. Хорошо. В общем, мне кажется, пап, надо платить. Да нет, еще рано. Надо поработать еще немного. Ну, конечно, не ты же под подпиской. Ну, а кто тебя заставлял подписываться-то? И потом, почему ты не взял адвоката? Ну, что ты мне сказал, не брать адвоката. И потом, если бы я его взял, ничего бы не изменилось. Ну, откуда ты знаешь? Или ты вспомнил, в чей колодец плюнул? Ладно, в общем, я решил, что буду брать кредит. Опять кредит? Ты успеешь с твоим кредитом? Ну, конечно, успеешь, да? Пускай меня посадят, успеется. О, что ты такое говоришь, сынок? Мам, а что я говорю? Кредит брать нельзя. Концы тоже у него там не сводятся. А я под подпиской. Нормально вообще? Ну, ты его не слушай, сынок. Делай, как знаешь. Я учредитель. И такую крупную сумму кредита он должен получить только с моего согласия. А я такого согласия не дам. Ну, неужели вы не понимаете, а? Заплатить ведь недолго. А где гарантия того, что они от нас отстанут? Ой. Пока. Пока. Ну. Настюш, все шикарно, все идет по плану. Народу полный зал. Аншлаг. Что-то я Ходомскую не видела с Нелюбовым. Ты приглашала? Когда они на твой концерт сходили? Ничего, в клуб потянутся. Окей. Все, поехали. Догадайся, кто сидит в первом ряду. Толь, я за светом рампы все равно ничего не увижу. Кто? Ну, это твоя. Партниха какая. Аннушка? Точно. Я даже не знаю, откуда она пригласить мне-то раздавала. Стой. Да не нервничай ты так, все будет отлично. Я знаю. С Богом. Слушай, Арина мне сразу сказала, что эскиз твой. А могла бы и не говорить, кстати, потому что там бы никто так не смог. Да я ей его подарила, чтобы сделали, если тебе нравится. Она мне билеты в первый ряд. Да мне нравится. Но ты представляешь, какая мерзавка? Она всем растрепала, что эскиз нет Нелюбова. Ты понимаешь, что платье нет Нелюбова на свадьбу я не надену. Настя, Настя, пора. От меня оденешь? А ты не просто так на мой концерт пришла, похоже, да? Получается так, Настя. Понимаешь, я хочу сделать это платье. Аня, ты понимаешь? Настя. Понимаешь, ну от кого она будет? От портнихи от Ильи? Нет. От дома моды Анны Балабиной. Ну, девочка моя, если бы все было просто в этой жизни, у каждого был бы свой дом моды. Да ладно, не вешай нос. Ты мне лучше расскажи, зачем ты Славика бросила, а? У вас же все срослось вроде. Я сюда не в любовницу приехала. Ну да ладно, не обижайся. Спокойно. Хорошо, значит, ты считаешь, что ты готова? Да. Я-то надену твое платье. У меня такая ситуация, я бы сделала бесплатно. Так, ничего не говори, Толик. Дай предоплату. Хорошо, сколько? У меня 100 тысяч. Хорошо. Это нормальная
Нормально, нормально. И запомни, с сегодняшнего дня ты уже за меньшие деньги не работаешь. Билеты купила? Купила. В новую жизнь. На поезд или автобус? Покажи. Держите. Задержек за оплату квартиры больше не будет. Нет, милая. У меня глаз наметанный. Непутевая ты. Не будет тебе здесь счастья. Так что извини, буду звонить в Усть-Шахтинск. Пожалуйста, не надо звонить моим родителям. Скажите несколько слов для наших зрителей. Ну, сегодня был прекрасный концерт. Анастасия, скажите, пожалуйста, как ваше настроение? Добрый день, все. Как прошло шоу ваше? Привет. Великолепно все, спасибо большое. Все, мы уходим, мы вас покидаем. Я думаю, что замечательно, спасибо. За сегодняшний прекрасный вечер, правильно? Анастасия, за вас. За этот вечер. Спасибо. Я что-то не пойму. Мы уже сейчас здесь, а она так и не поздоровалась. Ничего у нас не съел больше. Ты ничем ее не обидел? Она ничего не пойти спросить? Ну, может, ты их к нам за столик позовешь? Надо хотя бы поздороваться, Слав. Ты вообще знаешь, насколько она нас заказывала? Слав, иди. Перестань. Сейчас вернусь. Здрасте. Эльза? Эльза, тихо, что там происходит? Это мой папик немножко много выпил. Так останови его, ну. Еще чего не хватало. А? Мальчишки дерутся, только тешутся. Его, ничего, не пойми. Да что с тобой? Мне совершенно все равно, с кем наш Славик спит, кроме меня. Но он позволил себе такую бестактность — отказаться от встречи со мной ради какой-то швеи. Вот он сейчас за это и расплачивается. Ты что? Ты рассказала об этом мужу? Да, рассказала. Я рассказала, что он ко мне вязался, приставал. Но я, естественно, отказала. А для генерала честь жены превыше всего. Варечка, по старой дружбе, когда наш Славочка придет в себя, скажи ему, чтобы он особенно не дергался. Я о деньгах, которые ребята моего мужа выбивают с него. Это для меня. За моральный ущерб. Хотя мне очень сложно представить, какие деньги могут компенсировать моральный ущерб. Я еще что-нибудь придумаю. Что случилось? Сейчас я им все скажу. Все скажу. Анастасия Михайловна, не надо, пожалуйста. Чего? Так, Анастасия Михайловна. Что такое сердце? Ей необходима интенсивная терапия. Мы, конечно, сделаем все, что можно, но ей необходимы импортные препараты. Они очень дорогие. Ничего страшного, разберемся. Поеду с вами. Здравствуйте, Вячеслав Борисович. Здрасте. О, вижу, досталось вам от нашего шефа. Приехали высказать соболезнования? Нет, что вы, мы по делу. Кстати, вы вовремя, я хотел вам звонить. В общем, мы подумали. Здрасте. В общем, мы согласны. Но нам для этого надо взять кредит. На это потребуется какое-то время, сами понимаете. Ну, мы, конечно, рады вашему правильному, но немного запоздалому решению, но... Что? Что за «но»? Что еще? Настроение у заказчика поменялось. Вам придется проехать с нами. Что, меня арестовываете, что ли?
Давайте спокойно пройдем к нашей машине. На основании. Да сколько угодно. Например, сопротивление представителям власти. Подойдет? Мне надо позвонить. Вот по пути и позвоните. Пойдемте, Вячеслав Борисович, не будем привлекать лишнего внимания. Так, я предупреждаю, я без адвоката с вами разговаривать не буду. Так, слушай, ты не видишь, я занят, а? Зачем столько? Столько хватит. Давай, иди работай. Расчете. А ты не понял, Арман. Это аванс. Ты что, хочешь ателье купить, да? Нет пока. Но мне нужно место и помощник. И я буду за это платить. Так, слушай, девочка, ты мне голову не морочь. Не хочешь работать? Иди отсюда. Ты знаешь, кто это? Знаю, Слицкина. Дальше что? Смотри. И что? Ничего, читай наоборот. Аннушка, спасибо за платье. С любовью от Насти. Да, она хочет, чтобы я шила для нее свадебное платье. И я буду шить его у тебя в ателье. Ты представляешь, сколько глянцевых журналов будет это печатать? Угу. Так. Продолжай. Вот и славно, Варвара Ильинична. Чем быстрее вы этот кредит оформите, тем меньше времени ваш босс проведет в изоляторе. Я так понимаю, вам же не все равно, сколько он там пробудет. Я не понимаю, зачем ему вообще там быть? Мы же обо всем договорились. Чего еще Эльзе надо? Вопрос не ко мне. Мы люди подневольные. Я могу увидеться с Вячеславом Борисовичем? Думаю, это можно устроить. Ну как ты? А ты как думаешь? Расскажи мне про Эльзу. Варь, ты и так все знаешь. Скажи, неужели мои чувства настолько тебе безразличны? Варь, я правда, я просто тебя не понимаю. Ты сама мне всю жизнь говорила, что надо тусоваться с правильными людьми, так? Так. Нельзя их ни в чем разочаровывать, так? Ну как я мог не переспать с Эльзой, если она настолько покупает, да? Но я же не просила воспринимать мои слова слишком буквально. Слав, ну почему все, что ты делаешь, меня так ранит, а? Господи, что ты хочешь от меня услышать, а? Я хочу услышать. Я хочу услышать, что ты меня любишь. Что ты никогда не променяешь меня на свою эту швею. Так, стоп. Во-первых, ты увольнялась. А во-вторых, Аннушка очень талантливый человек. Очень талантливый человек. И это компенсирует ее неопытность. Да? А бросила на тебя тоже по неопытности. Но ты же знаешь, что тебя никто никогда не поймет так, как я. Варя. Сучка. Скажи, что мне сделать, а? Ну, скажи. Ну, какой мне стать? Славочка, ну, хочешь, я стану, как она? Хочешь? Я тебя так люблю. Я тебя так люблю. Я хочу, чтобы ты сказала, что мы будем вместе, Слава. Я все сделаю. Правда, моей любви хватит, чтобы мы были вместе. Я вытащу тебя отсюда. Ну, скажи, что мне сделать, Слава. Ну, скажи, что мы будем вместе. Скажи, что ты меня никогда не бросишь. Люблю тебя. Варя. Варя. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Все. Мне Любов сильно пожалеет, что упустил тебя. А, хотя без него там все равно скоро все развалится. Почему? Что такое? А ты что, не знаешь? Что? Его же посадили. Эй, я думала, ты знаешь. Ну-ка, дыши. Тихо, спокойно. Просто
душно, извини. За что посадили? Да дорогу перешел кому-то. А, кому? Так, спокойно, я тебе воды принесу. На, копей. Спасибо. Так надо же его спасать. Да там без тебя спасателей хватает. Пей воду. Эй, милая, ну-ка смотри на меня. Ты не беременна у меня случайно, а? Ну, это от того, от кого я думаю. Приветствую. Эй, приятель. От всего сердца, дорогой, слушай. Ну, куда эти слушатели? У нас это Арман, он хозяин ателье. Толик, цветы Аннушки. Арман. Ты хозяин? Хозяин. И посмотри вокруг. Коробки, мусор. Давай к моему следующему приезду, чтобы здесь все блестело. Ну, ты меня понял. Анастасия Михайловна. Здравствуйте. К вам что, сын приехал? Ну, прям дождешься его. Это жених твой. Какой жених? Ну, какой-какой. Нормальный, вежливый такой. Ты не переживай. Я с ним поговорила. Он сказал, что любит тебя, ребеночка не бросит. Так что ты давай. Давай. Анастасия Михайловна. Все в порядке? Вы себя все хорошо чувствуете? Все в порядке. Я себя чувствую замечательно. Он себя там ждет. Иди. Иди. Клёпа. Привет. Вот. Так все вышло. Вырядилась. Хотела впечатление произвести. Произвела. Ты его любишь? Как ты меня нашел? Твои родители подсказали. Аннушка. Аня. Да. Выходи за меня. Я буду отцом твоему ребенку. Я должна ему сказать, что ты его ребенок. Не надо. Я сам скажу. Я веду его уголовное дело. Он за все заплатит, я тебе обещаю. Я никому не дам тебе в обиду. В чем его обвиняют? Он не платит налоги. И это все? Нет, не все. Это не важно. Ты выйдешь или нет? Зачем? Зачем я тебе такая нужна? С чужим ребенком. Какая такая? Ты же тоже не все обо мне знаешь. Я изменился. Мы можем начать все сначала. Вдвоем. Ведь можем. Хорошо. Пообещай мне. Я обещаю тебе только при одном условии. Ходумская нас послала. Я думал, она кредит оформляет. А она говорит, не мои проблемы. Как тебе, Андрей? Что-то я не пойму. Что он ей вчера мог такого наговорить? Андрей! Что делать-то будем? Ну, что тут поделаешь? Как что поделаешь? Давай в общую его посадим. Петушком там запоют. Разве ей не станет его жалко? Ну, может, мы зря так с ним. Ну, подумаешь, насолил он этой генеральше. С кем не бывает. Ты что, заболел? Может быть. Допустим, я его отпущу. У нас с ней все завертится заново, но она же меня не любит. Как с этим жить? Да, не завидую я тебе. Здорово. Дима. Ты что на звонки-то не отвечаешь? Я вот так и знал, где тебя найти.
интересного. Не может поделить свою первую любовь с каким-то портным. С портным, значит. Я без адвоката разговаривать не буду. А я думаю, для нашей сегодняшней беседы адвокат не понадобится. Ну, интересно, о чем же это я с вами буду беседовать? Слушай, ты... Еще одно слово. Еще одно слово, и тебя переведут в общую камеру, понял? Знаешь, что там с такими делают? Извини. Погорячился. Просто такой уж у нас с тобой разговор сегодня. Личный. Вот этого только мне не хватало, личных разговоров. Слушай меня внимательно. Я тебя отпущу. При одном условии. Ты женишься на Аннушке. На Аннушке? Она тут при чем? Ты вообще откуда про нее знаешь? Знаю. Также знаю, что ты должен на ней жениться. Ну, а что, если я не женюсь? Ну, а если я тебя не выпущу? Тебе конец. Твоя Варвара отказалась тебя спасать. Денег не будет. Рано или поздно отец все увалит. Рано или поздно. Но если поздно, от тебя мало что останется. Тебе грозит общая камера. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, допустим, я на ней женюсь. Чтоб ты отстал. Ну, а потом тебе разведусь и чего. Неужели ты ее совсем не любишь? Да, ничего. Это ничего. Ты ее полюбишь. Узнаешь и полюбишь. Тогда, наверное, она будет счастлива. Это зачем? Не твое дело. Она беременна. Ребенок твой. Наверное, это нехорошо и неправильно. Но где-то в глубине души я хочу, чтобы ты ее разочаровал. Хочу, чтобы она увидела тебя таким, какой ты есть. А потом забыла. Раз и навсегда. Вот так оставь. Виталий, еще выше. И на себя. Вот так крепим. Отлично. Давайте, крепите. Здрасте. Это у вас тут сливки на платье заказывают? Дом моды Анны Балабиной. К вашим услугам. Прошу. Все-таки не надо было его сразу отпускать. Хорошо. А что надо было сделать? Я бы его на часок прес-хату посадил, сам бы все отдал. Потом бы нас с тобой в пресс-хату посадили. Не генерала нашего, нас. Слушай, я так и не понял, что за люди на тебя вышли? Здорово. Привет. Говорю же, люди серьезные. Попросили их не светить. Даже генерал возражать не стал. Что, на слово поверил? Представь себе, поверил. И что теперь? Закрывать дело? Ну, а у тебя что, есть другие соображения? Да какие у меня могут быть соображения? Плеть обуха не перешибешь. Будем закрывать. Время обеда. Пойдем? Слушай, ты иди, а мне там кое-что доделать. Ага. До встречи, спасибо. Вячеслав. Наталья Теодоровна, очень приятно.
Тебе. Спасибо. Рада, что ты на свободе. Ну, как видишь. Да. Теперь же все будет хорошо, да? Ну, я надеюсь. Там на улице вывеска. Дом моды Анны Балабиной, да. На мужчин шьете? Зачем пришел? Давай начнем все сначала. Прости меня. Прости, я был скотиной. Я не могу без тебя, правда. Я знала. Я знала, что ты не такой. Никакой. Не такой. Ты даже не представляешь, какой ты. Больше не могу объяснять, кричать, орать. Правда, да, не переживай. Сказала, да, сделать мех. Угу. Что здесь? Вот объясни мне. Вот что? Это мех? Драная кошка какая-то. Оставьте нас. Ну что? Как там? Налоговая? Ты знаешь лучше. Все идет в правильном направлении. Твой папа большой молодец. Мой папа ни при чем. Разве? А кто же тогда? Не папа. И не ты. Прости. Слав, я бы правда все сделала. Но ты не сделала. Не казни меня. А, кстати, я встретил Наталину Теодоровну. Она тебе привет передавала. Она теперь платье заказывает в доме моды Анны Балабиной. Ах, вот значит как? Вот так. А я это сразу поняла, что эскиз свадебного платья Сливкиной не Арина придумала. Арина на такое не способна. Просто хотела обмануть меня, дурочка. Ну ничего, пусть теперь себе новую работу ищет, раз такая умная. Кто? Арина. Я ее уволила. Ты знаешь, я тебя очень попрошу. Вот отныне сосредоточь свое внимание только на коллекциях. Вообще-то я ими достаточно занимаюсь. И всем тем, что здесь происходит. Я твой заместитель, если пока не забыл. Больше нет. Займись коллекциями. И Арину верни. Ну и что вы там шили? Форму для полиции. Для школьников. Это муниципальные заказы. Один раз к нам приехал мэр, ну, города. И он сказал, что из-за меня в нашем городе Усть-Шахтинске стагнация. Я тебе не рассказывала. Ну, вообще, вы не подумайте, я даже на доске почета висела. Ну, правда, как лучший работник. А вот когда мэр с начальником зашли к нам в цех, то я спала. Да ладно. Что? Серьезно? Это десерт. О, десерт Маня. Десерт? Маня, десерт фирменный. Фирменный. Ой, какая красота. Давайте я тогда... Кош, да не надо, перестань. Да сядьте, наконец. Извините. А где у вас уборная? Я расскажу. Смотри. Да. Сейчас. Идите за мной. Как там с уголовным делом? Его закрыли. Да? Угу. С
сколько же ты им заплатил? Нисколько, пап. Чудные дела твои, Господи. Что с тобой происходит в последнее время, а? Ну зачем ты ее приволок сегодня сюда? Сюрприз хотел сделать. Сюрприз сделал. Молодец. Папа. Она носит моего ребенка. Твоего внука. Ты хотел внуков? Вот это сюрприз. Да. Сюрприз. Вообще-то мы с матерью хотели для тебя несколько другой партии из нашего круга. Но чем Варя тебе не угодила? Так вам Варя нужна или внуки? Сынок, поверь, Варя для тебя самый лучший вариант. Понимаешь ты или нет? О, Господи, какая-то девочка, швея, из какого-то там усть, как его, черт возьми? Шахтинска. Усть-Шахтинска. Ладно, мы, наверное, пойдем. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Очень приятно. Мам, пока. Пока. До свидания. О! Не надо было мне сюда приезжать. Так всю жизнь. Так каждые выходные. На этих семейных ужинах я узнаю, как мне надо жить. Что мне можно делать, что мне нельзя делать. Они же тебя любят. Не злись. Ну, как жить? Решать не мы тебе. Понимаешь? Понимаю. Ладно, пойдем. Слушай, а поехали сейчас в одно место. Я тебя с очень хорошими ребятами познакомлю. Да? Поехали. Расплатимся завтра. Горькая правда ночных карусей. А правда, что у вас там все говорят вместо «Где»? Слышишь, на том берегу так красивый крает труба. И твои безбросы. Не обращай внимания на этих идиотов. А ты где живешь? На Гагарина. А я на Таганке. Пошли потанцуем. А на Гагатинской живет. Они нам все так говорят. Да ну какие то друзья? Когда меня арестовали, они сразу все исчезли. А сейчас вон. Ну ты же ужасный. Зачем ты с ними общаешься? Да понимаешь, в нашем бизнесе, ну, надо уметь, что ли, как-то подстраиваться к людям. Mm-hmm. Да. Вот у него, например, отец нефтяной магнат. А у этого правительства. Ну, сама скоро все поймет. Мне кроме тебя никто не нужен. Я тебя люблю. Что? Смотри, какое здание. Смотри, какие.
Вы к кому? Добрый день. Нам бы Балабину. Она работает тут у вас. Работала. Вы путаете? Работает. Вот же, письмо от нее. А вы, значит, родители ее? Ну да. Так уволили вашу дочечку. Господи, за что же? За половую распущенность. Чую в моё сердце, что что-то не так. И где же нам ее искать? А это вам лучше у нее спросить. А здесь ее точно нет. А если вас не затруднит, покиньте, пожалуйста, помещение. Не видите? Тут люди работают. Сумочку не забудьте. Слава. Здрасте. Слава. Здрасте. А вы родители Аннушки, да? Очень приятно. Может, чайку? Так. Да? Ну, проходите. Сижу и жду. Когда же ты расскажешь, как товарищей своих предал, как воспользовался их полным доверием и все ради какой-то юбки? Во-первых, она тут ни при чем. А во-вторых, раз товарищи решили перепроверить, значит, доверие было не таким уж и полным. Да вот не надо держать товарищей за лохов. Ты ради этой Аннушки рискуешь всем. И выпускаешь для нее ни брата, ни свата, чужого человека. А тебе не понять. Куда мне до вас? Арестовывать сам будешь? А зачем? Тебя безопасники арестуют. После полной служебной проверки, чем ты тут последний год занимался. За себя ты не боишься? Нет, не боюсь. Здесь своих не сдают. Ну, а ты теперь гуляй пока на свободе. Прошу. Аннушка, доченька, девочка моя. Мама, прошу, боже мой. Ты же моя. Блин, какая. Девочка, почему не сказали, что приехали? Ну, хотели сюрприз тебе сделать, да? А пока все наоборот. Сюрприз? У меня тоже для вас сюрприз. Какой сюрприз? Хороший. Ну, ты не сказала? Нет. Мам, пап, познакомьтесь снова. Это мой жених. Не надо, хватит, все, я тебя умоляю, я больше не могу. Не спорю. Ты с ней не спорь. Давай, 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 давай. Замечательная у вас дочь. Не хочешь? Это правда. Мы с матерью поздравились. О, давай лучше мне. А хозяйку вырастили, а? А красавица-то какая. И не говори. Я почему так переполошилась-то? Смотри, уже другой жених. Ну, говорю, нет, так дело не пойдет. Вот я и позвонила. Правильно, конечно. А по мне? Мало ли. Кто бы ни был, лишь бы к дочке хорошо относился. И чтобы человек был хороший. Mm. Mm. Ты так. Mm. Как у вас все просто как-то хорошо. Так люди мы простые. Вам с Анюткой не чета. Это вы у нас божий дар. Людям несете красоту. Вот сгибнет все, а красота ваша останется. Да. Не, ну и вы же оба вот такие, а? Встретились. А чем вам это не знак? Знак. Да. Знак. Главное, чтобы все у вас было хорошо. Да. Правильно? Да. Таись. Под борщичок вам по 5 капель. М-м-м. Чай с зятем сидит. Ты как? Я за красоту
Всегда. Мать, давай. Давай там в баульчике. Давай, 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 давай. За красоту, святой день. Аннушка, стаканчики. Рюмочки. Стаканчики, давай. Папа. На рюмашке, ну давай, Анюта. Ну давай, 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 давай. Стаканчики граненые упали со стола. Упали и разбились, разбилась жизнь моя. Ну, надо же. Ну, смотри, как тебе? Я бы на твоем месте делом занялась. А я чем занимаюсь, Варя? Ты прячешь голову в песок, Славочка. Угу. А к тебе Гундин еще не приходил? Нет. А что, должен был? А вот с меня он взял подписку о невыезде. Опа. Ничего себе. Ты понимаешь, что они от нас не отстанут? А что он хотел? Показания от тебя? Не против тебя, а против напарника своего Клёпова. Как будто я за тебя ему взятку дала. Это плохо. Вот именно. Давай сбежим, а? Прямо сейчас. Куда? Хоть в Лондон. А? Хоть в Ниццу. Куда хочешь. Твоего отца они не тронут. Он им не нужен. Им нужен ты. Варь, ну если им нужен я, зачем нам убегать вдвоем? Начать все сначала. Как будто ничего не произошло. Как раньше. Варь, мы не сможем притворяться. Может, ты хотел сказать, тебе будет трудно притворяться? Да, мне будет трудно притворяться. И вообще я никуда не хочу убегать. Из-за нее? Да, из-за нее. Она беременна. Я не хочу ее терять. Варвара Ильинична. Варвара Ильинична. Что ты ей сказал? Правду. Ах, Господи. Может, не стоило так горячиться, а? Рано или поздно она все узнала. Тебе вообще на ней надо было давно жениться. Надо было чем-то пожертвовать. Браки все жертвуют чем-нибудь. Ты же у нас эгоист. О, Господи, поэтому и ходишь, как неприкаянный всю жизнь. Ты знаешь, белый и пушистый, да?
Ты как с отцом разговариваешь. А знаешь, почему я так с тобой разговариваю, папа? Ну-ка. Потому что в том, что Варя здесь, есть и твоя вина. Слава, я родителей провожала на вокзале. Мне Арина позвонила. Что с ней? Пыталась отравиться. Жива? Да, слава Богу. Это из-за меня. Нет, это из-за меня. Слав, держись. Все будет хорошо. Зря ты приехал. Прости, мне сейчас надо немного подумать. А чего думать? Скажи, как есть. Понимаешь, что? У дела многое навалилось опять. Нас проверяют. В общем, меня снова могут арестовать. Слав, ты чего сейчас говоришь? Ты зачем это врешь мне? Тут дела ни при чем. Скажи, как есть. Ань, прости. Мне сейчас надо побыть одному. Это правда. Я вечером к тебе приеду, и мы обо всем поговорим. Прости. Ань, ну все, ну хватит скривить. Прости. Ну что? Ну ничего, он с этой Ходомской столько лет. Я приехала. Из Усть Шахтинска, девочка-дурочка. Может, я все придумала, может, нет ничего. Да ей без тебя не сладко было. Он не любит ее, понятно? Думаешь? Знаю. Ты-то его любишь? Уверена? Да еще как. Ну тогда какая тебе разница, виновата или нет? Да, Настя, я понять не могу. Но если я близкий человек для него, почему? Вот сейчас ему тяжело, я приехала, хотела поддержать. Почему он не хочет быть рядом со мной? Почему не хочет открыться? Почему? Девочка моя, вот когда вы поженитесь... Смотри сюда. Он и на мальчишнике, и в бане с друзьями будет ходить, и все без тебя. Нет, это другое. Что другое? Да, все. Ой. Знаешь, когда любишь, надо верить. Даже если знаешь, что неправда. Поняла? Да. Ну что, Славика опять прихватили? Угу. Сильно? Привет. Привет, привет. Ну как ты? Варя, эти совещания вот где. Рыбайся, моя. Ну ты же у меня главная. Ну, почти. Ты помнишь моего модельера, Славика Нелюбова? И куда? В Магадан его? Не смешно, у него реальная проблема. По вашей части. Обещаем, что у него все будет в шоколаде. Хорошо, ради тебя я ему памятник поставлю. Шоколадный хочешь? А что? И не только это. Поехали! У меня 2 минуты. Я слышал, у тебя тоже проблема. Если тебе от этого станет легче тут, да? За меня не переживай. Что мне ждать от твоего Бундина? Ничего. А что они хотели от Варвары? Когда он меня пробил, дело возобновили. Но вчера, говорят, звонили со Старой площади и сказали тебе не трогать. Так что Гуднин теперь тебе кланяться будет. А кто звонил? Жених Насти Слепкиной. Знаешь такое? Ну, знаю, конечно. Но странно, я ее ни о чем не просил, отец вроде тоже. Значит, кто-то другой попросил. Нет, не без добрых людей. Да. Ладно, мне пора. Прости, я была эгоисткой. Прости, тебе нужно было побыть одному. Как она? Да все нормально, все хорошо. Сердишься на меня. Чем ты просила Настю? Я не просила. Я...
просто поговорила с ней. А что? После этого мне жених решил все мои проблемы. Так это же хорошо. Думаешь? Что плохого? Ты становишься просто незаменимой для меня. Ты везде, понимаешь? Ты в моих делах, ты в моих мыслях. Ты везде. Я очень хочу быть с тобой всегда. Но я тебе врал. Клёп меня отпустил с условием, что я на тебе женюсь. Почему ты молчал все это время? Что бы я сказал? Что Клёп шантажирует меня домой. Господи, откуда? Взялась, а? Откуда ты взялась? У нас все так быстро происходит, я просто не успеваю. Ты понимаешь, я никогда, никогда не хотел ни с кем остаться. С тобой очень хочу. Очень хочу, но я не понимаю, что происходит. А что делать мне? Что делать мне? Если ты мне сейчас опять врешь. Я не вру. Я запуталась. Я боюсь тебя. Я не верю тебе. Прости меня. Ребенка я тебе сообщу. Ты, конечно, захочешь о нем знать. Совсем. Но я сказала, занят не принимать. Ой, Господи. Здрасте, Варвара Ильич. Я тебе тут немного помогла, пока ты была занята. Не возражаешь? И чем из Вячеслава Борисович так занят? Не знаю. С самого утра заперся в кабинете, так и не выходил. Вообще, кроме вас, меня больше об этом никто не спрашивал. Ну, а если спросят, что отвечать будешь? Скажу. Творческим поиском. Варвара Ильинична. Хватило бы и здравствуйте, Арина. Или вы меня тут уже все похоронили? Да нет, мы за вас так переживали. Ну уж прям испереживались. То-то я никого не вижу. А где они, Ариночка, за меня все переживают? На обед пошли. А ты чего ж не пошла? А я к Вячеславу Борисовичу ходила, хотела новые эскизы показать. И что ж, Вячеслав Борисович? Не принял. Так. Приберись здесь и позвони своим кумушкам. Если они через 15 минут не будут на месте, могут сюда больше не возвращаться. Да, хорошо. Привет. Привет. Ну, как? Творчество? Как видишь. Я думала, у вас тут без меня любовь-морковь, а ты, значит, опять в поиске творческом. Не, Варя, никакой моркови, никакой любви у меня нет. Будешь смеяться, она меня опять бросила.
Ой, какая прелесть! Это как раз то, что я хотела. У вас легкая рука, Аннушка. Прямо такая, как была у Нелюбова в молодости. Да. Правда, потом он загрубел, и такого, как у вас, у него больше уже не получается. А правда говорят, что у вас с ним роман? Ну, смотреться вы с ним будете превосходно. Он мужчина видный, говорят, с хорошей семьи. Да, если бы я была моложе. Хотя у него одевается весь высший свет. Кстати, он из-за этой своей Варвары, он может потерять всю клиентуру. Такая неприятная особа, я вам скажу. Мадам, ваш кофе? Со сливками. Конечно, у нас все по высшему разряду. Да. Да. Так. Ой, ну что же вы делаете? Ну, поставьте, пожалуйста, обратно. Вы можете меня просто облить. Эти мужчины. Ни о чем их нельзя попросить. Даже кофе не могут нормально подать даме. Ну, я думаю, что вы можете идти переодеваться. Через два дня ваше платье будет готово. Проходите, раздевайтесь. Так, хорошо. Вы такая умница, Аннушка. Спасибо. Кстати, а правда говорят, ну, это, конечно, совершенно не мое дело, но что у вас будет с Вячеславом ребеночек? Аннушка? Что-то случилось? Давай быстрее. Нет, ко мне нельзя! Нет! Слушай, не надо, в больницу здесь недалеко, отсылай, давай! Я все понимаю, я очень опаздываю, но ко мне нельзя! Что ты за человек, а? У меня важное совещание, я тороплюсь, ладно, нельзя! Открывай, быстро! Сейчас, дорогая, сейчас, все будет хорошо. Все, не успей. Сейчас. Да. Так. А ты помнишь, как ты сказал мне, что я твой друг? Да. Ты в зеркало когда последний раз смотрелся? Варя, что ты хочешь от меня, а? Я хочу напомнить, что у нас показ через месяц. Ну и замечательно, Арина там занимается. Арина? Да там никто ничего не занимается. Арина, ты сам-то себя слышишь? Ты понимаешь, все, что мы сейчас покажем, то у нас и купят. Варя, хочешь, займись. Хочу, Слав. Хочу. А ты-то хочешь? Может, ты очнешься, а? Без тебя никто ничего не делает. Вся работа встала, никого нет на рабочих местах. Арина! Какая Арина? Ты понимаешь, что ты никому не будешь нужен, Слава? В кого ты превращаешься? Ты не будешь нужен даже ей. Приходим в себя. Хорошо. Приходим. Так. Вы меня слышите? Что со мной? Ну, Тонечка. Все теперь будет хорошо. Что чувствуете? Больно. Ну, так и должно пока быть. Ребенок. Что? С ребенком, слава богу, все нормально. А вот вам, нервишки, надо поберечь, чтобы ребеночка сохранить. Родственники знают, где вы? Муж. Кому позвонить?
успокойтесь. Нет, пыль вытираю. Не все же мне терпеть твой немой укор. Я своих не сдавал. Столько лет был тебе другом. А я тебе, значит, другом не был. Хорош дружок. Юбка поманила и... Где твоя дружба? Дружба, Дима, это когда люди понимают друг друга. И прощают, в конце концов. А я вот действительно тебя не понимаю. Столько лет вместе хлеб делили. Скажи ты хоть слово, да разве я тебе перечил? Почему сразу не сказал? Обманывал зачем? Не верил, что ты поймешь. Ну и где твоя дружба? Там же, где твое прощение. Ладно, ты для себя старался. Любовь и все такое, это понятно. Но ведь для другого. И посмотри, с чем ты остался. Да. В какой больнице? Понял, еду. Бежевого платья бисер добавить. Посмотри, какой длинный подол. Она же на показе наступит, ногу сломает. Проходим, проходим. Посмотри, у нее сейчас так в груди подтяните. Ну, что? Завал, как обычно. Ничего, я их на ночь оставлять буду. Справимся. Варвара Ильинична? Подписывай. Это что? Приказ о моем назначении. Я снова твой зам с правом подписи. Ну что, остаешься девчонками командовать? Или подпишешь? Проходим, проходим. Спасибо тебе. Ты настоящий друг. Ничего не спросишь? А надо? Нет. Я тебе все верну, у меня деньги есть. Перестань. Я просто хочу помочь. Ты мне так очень помог. Мне Слава все рассказал. Ты замечательный. Когда-нибудь ты сделаешь кого-то очень счастливой. Со мной ты несчастна. Ты мало от него вытерпела? Не в этом дело. Понятно. Я перевожусь в Ростов. Неделя, может, две. Подумай, здесь ты останешься одна, а там все-таки ближе к родителям. И я. Я прошу тебя, подумай. Хорошо. Да-да-да-да-да. Вечером сегодня. Угу. Хорошо. Ага. Да, договорились. Хорошо. Да. Всего, до встречи. О, привет. Привет. Что-то рано вы сегодня. Не могу больше. Уж какой день не сплю. Да и девчонки вам никакие. Варь, ты замечательный руководитель. Ты мне еще руку пожми. А что ты хочешь от меня услышать? Простой благодарности. Спасибо тебе большое. Я даже не знаю, что бы я без тебя делал. Значит, я заслужила бонус? Конечно. Выпиши себе премию. То есть ты мне сейчас еще и нахамил? Варь, не начинай. Слав, ну можешь хотя бы поужинать со мной? Я, может, из-за этого, Слав, 3 ночи не спала. Варь, у меня деловая встреча. Но если дело не касается твоих женщин, я стерплю. Ну хорошо, садись в машину, я сейчас вернусь.
Слава. Если забыть последние месяцы, то как будто ничего у нас с тобой не изменилось. Варь, ну, прошу тебя. Помню, помню. Деловой ужин. В качестве премии. Тебе это кажется смешным? А если я еще один трудовой подвиг совершу? Ты поужинаешь со мной снова? Нет. А на доску по отчету повесишь? Тебе же нравится ударница. Ты просто невыносима. Знаю, я сама себе невыносима. Но ничего с этим поделать не могу. Что делать? Жить. Жить дальше. А время, оно вылечит. Время? Сколько? А то у меня таблетки кончаются, а их дают только по рецепту. Ты о чем? В больнице ко мне приходил психиатр. Я теперь у него на учете. Выписал мне таблетки, и пока я их пью, терпимо. А иногда, как сейчас, даже очень хорошо. Только таблетки кончаются, а к нему нужно идти, а мне не хочется. Я его боюсь. Кого? Психиатра. Смешно, наверное, да? Твой заместитель на учете в психдиспансере. Добрый вечер. Добрый вечер. Познакомьтесь, Варвара Ходомская, мой заместитель. Спасибо, что маме с папой не сказали, что я в больнице. Спасибо, спасибо. Ты Андрею своему спасибо говори. Это он меня уговорил. Я бы сказала, хоть и жалко их. Непутево это все-таки у них. Думаете, я не права? Права, не права. Мужиков дурных ты манишь. Да, нормальный мужик, он что? Он взял свое, и куда от него денешься? А твои? Не понимаю. Одного, ну, кто его за язык тянул? А этот Андрей, я вообще не понимаю, что за друг? Кто он тебе? Друг. Не дури. Друг, который хочет, чтобы ты вышла за него замуж. А ты ему голову морочишь, так? Так. Ростов переводится, с собой зовет. Ну, не на пустом же месте он тебе такие предложения делает. А почему ты с ним рассталась? Ой, я даже не знаю. Нет, у нас с моим покойным мужем, царство ему небесное, тоже, конечно, всякое было. И ссорились, и ругались, так что вспомнить страшно. Он вас обманывал? Обманывал, не обманывал. Я же себе говорю, я про это не думала. Мы с ним ссорились, ну и мирились. А как быть, если понимаешь, что тебя обманывают? Ты знаешь, если чувствуешь его так, как дышишь, то все можно простить. Они бы его ни над кем нет. Вот ты Андрея оставила, видишь ли, не поверил он тебе. Да, он тогда тебе не поверил. Но ведь он до сих пор тебя любит. А ребеночку отец нужен. Пойду я. Поздно уже. Вот вещички. Спасибо. То, что ты просила принести. Ну. В прошлом году выручка упала? Ну, не сезон. Зима была теплая. Не всю коллекцию выбрали. А вот здесь вот была недоимка, но уже доплатили. Понятно, вижу. Я, конечно, извиняюсь. Меня Слава просил не вмешиваться. Но обычно коллеги Вячеслава больше моделями интересуются, а не дебетом с кредитом. Меня, как и моих заказчиков, больше интересует дебет с кредитом. Вы их, кстати, тоже очень интересуете. Да? В каком смысле? Как новый руководитель дома моды Вячеслава Нелюбова. Я бизнес-брокер Варвара.
Я продаю бизнес. А что касается фабрики, вот той, на которой вы были. Ну что, так и будешь молчать? О чем тут говорить? Варь, после продажи ты получишь значительную сумму. Значительную. Так ты бизнес продаешь или от меня откупаешься? Очень много денег. Тебе хватит на всю жизнь. Как я ни старалась, так ты меня по-настоящему и не узнал. Я делаю для тебя все, что могу, правда. А для нее? Дом моды Аннушки нелюбовь. Звучит. Послушай, перестань, а? Перестань, ты прекрасно знаешь, что мы с ней расстались. Пошли. А, ну да. И когда ты явишься за ней на белом коне с пронзенным сердцем, она просто тебя не примет. А я не такая. Меня за дуру держать не надо. Ну а мне что делать, а? Что нам с тобой делать? Варя, ну, надо как-то постараться научиться с этим жить. Все, поехали ко мне. Здравствуйте, здравствуйте. Забираете? Да. Вы уж поберегите жену. Не перерабатывать, не нервничать. Хорошо? Да, да. Уж постараюсь. Спасибо вам. Удачи вам.
Нет, ну это недопустимо, конечно. Вы меня извините, но продавать долю в нашем бизнесе он будет только с моего согласия. Ну, конечно, вот только поэтому я вам и позвонила. Только очень вас прошу, ну не судите его так строго. Все эти наши проблемы вот так измотали. Я, Варенька, за этим прослежу. Сделай мне кофейку еще, пожалуйста. Конечно. О, доброе утро, любимый. Привет. А что, приехали? Что случилось-то? Доброе утро, сынок. Тебе чайку? Вот мы с матерью и приехали узнать, что случилось. Ты хотел взять кредит в банке. Это ладно. Без моего согласия. Но продавать долю в нашем бизнесе мы тебе не позволим. Тут даже мать со мной согласна. Да. Как-то это... Столько лет создавали, и теперь что ж, продавать? Это вам Варя рассказала? Ну, надо же было кому-то обо всем позаботиться. А мне не привыкать. Послушай, сын, мы создавали этот бизнес долго. Ты, я, мама, Варя. Это семейный бизнес, понимаешь? Это для нас, для всех. И для наших будущих внуков, между прочим. Пап, ты не переживай. Твоих будущих внуков я без денег не оставлю. Мы устали, сынок. В твоем возрасте уже давно пора остепениться. Я, мам, ищу точку опоры. Да не надо тебе искать никакую точку опоры. Мы твоя точка опоры. Семейный бизнес твоя точка опоры. Варя твоя точка опоры. Точка опоры. Ладно, нравится вам это или нет, но я вашим семейным бизнесом заниматься больше не буду. Ну вот, пожалуйста. Успокойся, дорогой. Послушай, сын, я не знаю, как тебя еще убедить, но наш бизнес я тебе развалить не позволю. Угу. Спасибо, мне еще скоро скажешь. Да я помню, пап, помню. Родительский долг. Угу. И шуточки твои тут неуместны. Да я не шучу. Какие шуточки? Ну, ничего. Я думаю, что теперь Варя тебя научит кое-чему. В смысле? А вы как об этом объявите? Прямо на подиуме, да? Пока это сюрприз. Будет очень мило. Подождите, о чем объявим, мам? Славик, ты меня пугаешь. Ты что думаешь, ваше объявление о помолвке – это что? Это повод подурачиться, что ли? По-моему, это перебор. Какая помолвка? Слав, может, хватит, да? Ты чего ведешь себя как идиот, а? Ты что же думаешь, что сегодня утром Варя нас пригласила здесь попить чайку? Или это не она ночевала у тебя сегодня? А? Ну что ты молчишь-то? Варь, объясни, пожалуйста, что происходит, а? Сынок, ну правда, ну это уже оскорбительно. Нет, мать, нам надо идти. Ты меня начинаешь тревожить, сынок. Он же сам себя выставит на посмешище. И нас туда втянет. Скажи мне, пожалуйста, это ты оплачиваешь эти статьи? Ты почитай на досуге, прежде чем чудить в следующий раз. Пойдем, мать. Здравствуй, милые. Привет, здравствуйте. Садись. Спасибо. Девочки, принесите нам. Ты что будешь? Чай, кофе? Не, я ничего не хочу, спасибо. Как обычно. Ну, ладно, принесите нам и то, и то. Слушай, я вымоталась, не могу. 5 концертов, и все у черта на куличках. Кошмар. Я уже завтра собиралась к тебе на примерку.
Слушай, я вот и прибежала, я просто не готова, я в больнице лежала. Но сейчас нормально все с тобой? Да. С ребеночком? Слава Богу. Ну, слава Богу. Ну, я все доделаю, я тебе обещаю, ничего страшного. Да брось ты, ей-богу, ты посмотри, ты мне нашила. Носить, не переносить. Смотри, я вот это еще нарисовала в больнице, мне кажется, тебе понравится. Ань, мне все понравится. Скажи мне лучше, что у тебя со Славиком? Ничего. Ничего или ничего? Ничего. Ну, может, оно и к лучшему. Особенно с учетом его репутации. Ну, к лучшему, я... Он мне открылся, я ему не поверила. Я виновата. Знаешь что? Если бы он открылся, ты бы им поверила. А так нечего себя винить. Ясно? Вот пей лучше кофе. Оно здесь замечательное. Просто всякое бывает в отношениях у людей. Mm-hmm. Все ошибаются, надо уметь прощать. Может, мне сделать первый шаг? А вот какая разница, кто сделает этот первый шаг? Знаешь, вот как бы вот тебе вот понежнее объяснить это, помягче. Славик, он ненадежный. Мало того, он тебя еще может обидеть. И очень сильно вместе со своей этой Варварой. А при чем тут она? Я что-то тебя вообще не пойму. А ты давай определись уже. Ну, а чего определяться? Он же ее не любит. Не любит? Нет. А вот это что? Что? На, полюбуйся. Сегодняшний номер. Ты что, не знала? Я думала, вы из-за этого разбежались. Нет, не из-за этого, извини, мне надо идти. Аня! А, подожди! Аннушка. Все хорошо. Я рядом, все хорошо. Теперь все будет хорошо. Я взял билеты. Поехали со мной в Ростов. Какие билеты? Я тебя не люблю, прости меня. Нет, конечно, любишь. Конечно, любишь. И я тебя люблю. Поехали. Прости меня, я... Мне надо побыть одной. Я... Извини меня, пожалуйста. Аннушка. Прости. Извини, не ходи за мной. Я все равно буду тебя Здравствуй, дорогая. Проходи, садись. Спасибо. Кушать будешь? Да. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Тай! Тай, ну ты где? Уже начали, Тая. Бегу. Ну что, Аннушка, ты уже показывали? Не. Ну, Тай.
Я не хочу, подожди. Дай, ты посмотри, ты посмотри. Он и наш. Умница. Так, ладно, все. Вот, возьми и езжай туда, куда тебе нужно. Ну, Роман, это что? Бери, бери. Нет. Бери и езжай. Так будет правильно. Да я не возьму, ну что ты, я тебя подставляю, я ни одного заказа не сделала. Бери и пошли. Роман, я вставай. Не возьму. Давай быстро, вставай, пошли. Да мне не надо ничего, ну что ты? Держи. Что ты мне пихаешь? Пойдем, покажи. Что покажешь? Пойдем, пойдем, пойдем. Вот, смотри. Все Аннушки. Здравствуйте. Позови, все откликнутся. Так что справимся. Спасибо тебе, Роман. Тебе спасибо. Будь счастлива, моя хорошая. Береги себя. Ну, дети мои, еще раз за вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Так, вот, пожалуйста, здесь все. Ага. Варенька, что с тобой? Здесь, да? Угу. Славик, а что это у тебя в руках? Договор купли-продажи. Прости, не понял, что? Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Ай, пап, я продал свою долю. А я тебе что, давал разрешение на это? Я его подделал, пап. Ух! Ну ты и мерзавец. Мать, он больной. Варь. Ну, ты знаешь, я тебя не люблю. Славик, что ты говоришь? Ну, а зачем тебе понадобилось это все представление, а? Пап, покупателю нужно шоу. Я его устрою. Ну, и что ты будешь делать теперь? Начну все сначала. С ней? Сынок, а как же помолвка? Мама, помолвка – это не свадьба. Через год забудется. А ты о Варе подумал? Папа, удочери ее. Маленький.
Ну и сволочь же ты, а? Ну как ты мог? Настя, ты ничего не знаешь. Это ты ничего не знаешь. Ты зачем Анну обидела? Да она из-за тебя чуть ребенка не потеряла. Как? А что с ней? Да слава богу. Больше ты ее не увидишь. Выжила ее из Москвы, да? Конкуренция испугалась. А где она? Она уехала? Должна была уехать. Может, уже уехала. Теперь к ней в Ростов на примерке буду ездить. Не будешь. Давай, давай. До свидания. До свидания. Будьте в такси. Ну, будьте умницы. Береги себя. Береги. Простите. Ну, долгие проводы, лишние слезы. Все, Таня, спасибо. Все будет хорошо. Зачем пришел? Где она? Нет ее. Уехала. Подождите. Простите, пожалуйста, вы мне скажите, где она? Мне очень надо. Я должен. Я, понимаете, люблю я ее. Я не знаю, молодой человек. Ну, вы же проверяете паспорта. Паспорта вы проверяете. Вы же могли прочитать фамилию.